Итак, всем хайку, друзья. Мы продолжаем, но уже, по сути, без Хантера проходить все это дело. Хантер радуется с дезертиром, отдает честь. А я тем временем пошел. Вот такие вот дела. А ладно, сейчас посмотрим, что у нас ждет на этой миссии. Что нас ждет? А что нас ждет, я не знаю на самом деле. Но надеюсь, что-нибудь хорошее. Так. Как всегда, меня радует загрузка. Это, знаете, вы 30 секунд видео смотрите, да, и из него примерно 30 секунд загрузки, да? Это очень воодушевляет на самом деле. О нет, игрок ушел, игрок покинул нашу боевую группу. Нет! Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. На самом деле, жалко, что Хантер ушел, но думаю, что мы с ними еще как-нибудь побегаем. Кстати, если у вас есть Destiny, и у вас... По данным Холидей, большое количество электрической энергии перенаправляется в аркологию. Ага. Это может означать только одно. Там сеть процессоров. Мощных процессоров. Даже способных расшифровать сигнал Кабал, что мы перехватили. К сожалению, нам неизвестно расположение этих процессоров. Так что тебе придется там поразнюхать, не привлекая лишнего внимания. Страж, найдя процессоры, мы можем переломить ход войны с Красным Легионом. Без них... Я не знаю, что нас ждет. Ну да, я тоже на самом деле не знаю, что нас ждет без процессоров. Все будет, скорее всего, плохо. Нет! Зелененькая шматочка! Нет! 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 Ну, на самом деле, благо зеленый... Кажется, падшие пытались пробиться через эти плиты. Зеленые шмотки мы можем, на самом деле, потом подобрать в другом месте. Так что не стоит сильно отчаиваться. По-моему, операционная система аркологии снова работает. Как знала. Теперь ищите терминал доступа к ОС. Он поможет вам найти сеть процессоров. Ну, окей. Он, по-моему, там находится. Насколько я припоминаю, по крайней мере. Пока прыгаем. Так. Вроде бежим сюда. Ну, не знаю. В принципе, мне нравится. Ну, вот обучение по специальностям. Механо-океанографии и волновое проектирование. Мне нравится, на самом деле, как игра сделана. Очень классно мне все устраивает. Прости, чувак. Но ты не будешь здесь убирать. Здесь слишком много крови. Я считаю, спас тебе жизнь. Вон он. Один из терминалов доступа, которые мы ищем. Это вот это, что ли? Ну ладно, войти в сеть. Сеть процессоров глубоко внутри, на служебных этажах. Аманда, это то, что мы ищем? Бинго! Именно оно! Хорошо, я получил координаты. Двигаем вниз. Квантовое ядро. Квантовое ведро. Ох, зря спускаюсь вниз. Потому что ничем хорошим это не закончится. Я точно помню, как я умирал много-много раз где-то здесь. Много-много-много-много-много раз. Чёртова хрена тень. Так, вот эту большую громадину надо убить, и вот эту маленькую тоже. Вообще мне не нравится, что у меня очень медленно восстанавливается все. Ладно. Суперзаряды. Я думаю, что на пару серий мне хватит записать прогулки по этому кораблю, так что не волнуйтесь, все будет классно.
Все будет классно, друзья мои. Вам понравится. Сейчас мы точно на территории Улья. Верно. Как можно меньше разговоров по рации. Не надо привлекать лишнее внимание. Это да. Особенно, когда здесь такие здоровяки. Так, ну с этими-то малявками мы справимся. Хочется в это верить, по крайней мере. Очень хочется. Ох. Как увернулся-то, вы видели, да? Отстань. Надо же показать пафос, да? Пафос и эпичность. В моем доме это лучшие две вещи. Которых у меня никогда не бывает, ладно. Ни пафоса, ни эпичности, просто какая-то хрень в виде взрывов. Извращений. И ереси. И промазанных гранат, например. Но я все-таки попал. С 210-го раза, но попал. И это главное. Главное же вовремя попасть, правильно? Так, ладно, надоело. Ультуем. Просто зависли. Не нравится зависать в воздухе. Гнойный зал. Мне кажется, падать в моем стиле. Так. Очень красивое, на самом деле, место. Ну, очень... разработчики довольно неплохо подработали над декором игры. На мой взгляд, очень даже неплохо. Идущий к дому. Название вещей, конечно, оставляет желать лучшего, как всегда. Ух! Погружаясь в тьму. Погружаясь во тьму. А тьма несет себе убытки. А тьма несет себе лишение всех наших свобод. Мы идем по тоннелям этих жутких существ для того, чтобы что-нибудь сделать, что не знаю что, но мы идем. Ура! Да, вот в таких местах я использовал подкаты обычно. Потому что здесь без подкатов хрен пройдешь, потому что, ну, как бы... Ты типа бежишь, 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 и понимаешь, что ты никуда не бежишь. Нам нужно к тому ядру промазать. Эпик вина дезертирки. Мне нравится, как я полетел. Хорошо полетел. Эй, это читерство. Ну ладно, возьмем процессор. А? Да пошли вы. Не мог этого не слышать. Беги, страж.
Мы достали процессор, но разбудили целую колонию улья, а до поверхности далеко. Им оттуда не выбраться, командир. Страж, сможешь пробраться в центральную часть аркологии? Мы пошлем кого-нибудь тебе навстречу. Холидей. Да, будет сделано. Ну что, ребят, возьмем танк. Ну, это правда не танк. Стрелять он не может. Может просто пробиваться сквозь все. Просто ты такой едешь и это дорога к сердцу аркологии. Оттуда еще надо будет выбраться. Уже у штурвала, готовлюсь к вылету. Скоро буду. Аманда. Да. Лети быстро. И будь осторожна. Так точно, сэр. Пока, мистер рыцарь. Ну, короче, мы на самом деле можем на самом первом вот этом вот доехать до конца. В принципе, там дают, по-моему, на каком-то моменте сменить транспортное средство. Вот, но я не думаю, что нас настолько сильно покоцают, чтобы мы не смогли проехать. Просто я не знаю, насколько надо хреново ездить, чтобы угробить свою машину. Жалко, за них опыта не дают, вот это обидно на самом деле. Точнее, я не помню, дают ли за них опыта. Итак, эпический вылет в стиле Mass Effect. Давай, давай, давай! Давай! Лети, страж, лети! Вижу тебя, подруга! Скоро встретимся! Молодцы, вы оба. Доставьте процессор в центр. Мы расшифруем эти сигналы. Наконец-то дела пошли в гору. Мы это сделали? Все просто? Они зовут его Всемогущим. Жемчужина в короне Красного Легиона и детище его лидера Доминуса Гоула. Гоул подчинил себе сотни миров. Сопротивление наказывалось смертью. Видите ли, Всемогущий уничтожает звезды. Честолюбие Гоула не щадит никого и ничего. У него одна цель — заполучить странника и его свет. Сейчас Всемогущий нацелен на наше солнце. Иными словами, война окончена. Мы проиграли. А вот и нет, я не согласен. Я считаю, что нужно сражаться, нужно сделать этих сволочей и не дать им ни шанса выиграть. Тогда все будет круто. Мы построили дом под защитой странника. Когда напали враги, мы построили стену, простоявшую века.
Но теперь стены ничего не значат. Новый враг захватил наш дом, лишил нас света и теперь угрожает нашему существованию. Мы бросим все силы на этого всемогущего. Когда флот будет готов к бою? Савала, стой! Промедление, смерть! Но если напасть всем вместе, можно вернуть наш дом, наш свет, надежду. Или погибнуть с честью. Мне нужна боевая группа. Мне нужны и Кора, и Кейт. То есть, по сути, мы как бы бесполезны, да? То есть, ему нужны чисто его группа. А мы, ну, типа так, странник на побегушках. Ну, точнее, странник, прошу прощения. Страж. Конечно же, мы страж. Мы не странник. Мы единственный просто страж, который страж. Имеет свет. Падшие подтянули свой арсенал. Опять. Ничему не учатся. Доступны новый мир и новое задание. НС, не исследование, ледяная глыба, затерянная на затворках Солнечной системы, она должна расслабься, быть пустыней. Расслабься, расслабься. Используй панель навигации, чтобы отправиться на НС и найти КД-6. Вот, но при этом мы можем взять задание, которое есть у нее, чем мы и займемся. Знаешь, я сражалась на всех фронтах системы. Марс, Венера, Дредноут. Всего и не перечислить. Но это место так и норовит пасть в прямом смысле в океан. Мы пошли по следу падших и нашли центр управления. Они какой-то рычаг потянули. И теперь из-за них нас к утру затопит. Иди и объясни им, кто тут хозяин. Свободно. Благодаря вам, слово укрепило наши позиции на Титанике. К сожалению, вражеская активность все так же высока. Стабильность океанской платформы угрожает падшей стране этой угрозы. Да как бы без проблем. Сейчас займусь. Попутно, наверное, надену нормальное снаряжение. Типа того. Докладывай. Так, все это говно, можно спокойно. Расслабься, расслабься, расслабься. Разбирать, потому что нам нафиг не нужно. Ха. Еще два бойца заблудилось в туннелях. Нужно отправить новые распоряжения. В принципе, денег у нас дофига, но просто по-другому я никак не разберу это все дело, поэтому, к сожалению, увы и ах, как говорится, у вас пока нет доступной техники. Грустно, слушай, грустно, грустно. Ну, хотя бы самолет есть. Так, вот у нас есть возможность. Платформа, выгоните парших из центра управления. 220 рекомендуемый уровень, а у нас чуть-чуть поменьше. То есть мы сюда вернемся чуть позже. Ну ладно, пока выполним мини-задание. Ну и, кстати, пойдем атаканем вот ту мразоту. Смотрите-ка, тайники! Когда же они поумнеют? Наверное, стоит преподать им новый урок. Так, стреляем, 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 стреляем. Ауч. Вот и все пушки. Ты понимаешь, что это значит. Да-да-да. Я понимаю, что это значит. Убьем эту мразину, убьем. Готово.
Так, нужно ее снова опустить. Отлично, я получил очко, и теперь я могу эту морозину раздолбать. Оба ходока уничтожены! Как вам такое, падшие? Ой, вы не сможете ответить, вы же все мертвы. Потрясающая операция. Иного я от тебя и не ожидала. Шикольненько. Снова отлично. Так, и смотрим, что мы получили в итоге. Неплохое оружие. Неплохое оружие. И мы получили искорёженный браслет реликвия Варлока. Среди летающей способности, побеждая врагов, помогая другим стражам на открытых мероприятиях. Что-то новенькое, что-то интересненькое. Так, это вы наносите урон по... поджигаете на некоторое время, ускоряя вашу скорость передвижения, скорость перезарядки, а также меткость в полете. А чё нет? Чё бы нет? Так, увеличивающий урон от оружия тех, кто находится в нем. Думаю, да, будет это даже лучше. Давайте попробуем. Ну, вот это более хороший вариант. По крайней мере, мне так кажется. Кстати, да, смотрите-ка, мы быстрее стали. И действительно парим над землей. То есть все-таки круто, круто. Мне нравится, да, эта способность гораздо лучше. Так, давайте попробуем пробежаться куда-нибудь вперед. Хотя, впрочем, мне кажется, что за Варлока просто надо уметь играть, уметь парить. И просто где-то что-то я делаю неправильно. Но хотя бы я их убиваю с первого раза фактически. Так, давайте посмотрим, куда же мне по карте. По карте мне вот сюда. Вот сюда, это куда-то вот сюда. Ну, он сам виноват. Страж, сканеры показывают странные колебания. Гравитационные волны, и если их усилить, они нас просто в клочья порвут. Я определила три места, где волны сильнее всего. Отправляю координаты. Ладно, пойдем проверим. Не судьба, да? Расканировали волны. Я ничего не вижу, Слоун, но я... Ты слышишь? Какие-то сигналы? Сигнал пропал. Может, мне послышалось. Проверим другую точку. Да быстрей. Мне не нравится то, что я вижу. Тебе не послышалось? Я бы даже сказал, ты прав. Кажется, они очень любят это местечко. Ну, это да. Для ритуала пули требуется точное соблюдение условий. На второй раз, к сожалению, не успею. Ладно, попробуем.
Так, увеличиваем силу. Но мне это не помогает. Зато там какая-то зеленая шмотка упала. Сейчас приду и разберусь, по ком попало. Вот так вот. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, на всех меня точно не хватит. Поэтому как смогем, как смогем. Так, 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 так. Черт. Оружие это закончилось. Нет! Больно! На минута, чтобы эту мразь убить. Так. Нет, ну 30 секунд, серьезно. Фак, я не успел, обидно. Но оружие не слишком сильное. Ну почти. Очевидно, что они еще вернутся. Но я пытался. Почти, почти получилось, но не до конца. А грустно, могло бы быть лучше. Но у меня уже сила 84. Это определенно лучше, чем было. Не хочу тебя торопить, но волны растут. Доберись до точки, и мы отследим, откуда исходят эти гравитационные волны. Так, и вот и последнее. Слоун, послушай сигнал. Слышу. Аманда скопировала данные и сейчас вычисляет источник. Источники. Их три. Иди выруби их. Так. С этими ребятами надо определенно что-то делать. Че, кругляши исчезли, что ли? Ё-моё.
А я так надеялся на кругляшей. Ладно, пойдем за источниками. Нет, больно. Восьмой уровень справедливости. Вот теперь по-нашему. Нет. Черт, да что ж такое-то? Кто ж знал, что там преграда? Я все равно делаю то, что я хочу. Отлично. Я справился, я сделал это. Это лучший прыжок в моей жизни. Говно на самом деле, ну ладно. Отстать. Иди прогуляйся, блядь. Так-то лучше. Так, ладно, нам вот в этот разрез, разлом, хреналом, не знаю, в общем, нам сюда. Слоун, это ритуал. Масштабный. Они действительно собираются расколоть эту аркологию на куски. Поступим с ними так же. Так. Такой милаха. Ну вот теперь у нас есть хотя бы один снаряд. И мать твою рар. Вот этой хрени мне не хватало. Люблю фастовое оружие, особенно против этих маленьких уродцев. Вы же не представляете, насколько она спасает против них. Так. Надо бежать, найти кого-нибудь, убить, бежать, найти, убить. И так пока не подействует. Ну, почти получилось, почти. Пока. Ой, как ты выжил, чувак, ты читер. Ты определенно читер. Определенно, definitely, так сказать. Ну или как там по-английски-то. Тяжело, когда не знаешь язык. Даже русский. Пытаешься разговаривать на английском. Ну, поняли, как это бывает. Разрушитель улья. Вот так вот. Мощь. Мощь моих взрывов. Мама, спаси! Роди меня обратно. Яй-яй-яй.
Да пошел ты. Я тебя вручную могу сделать, скотина. Так. Ладно. Это было весело, ну а теперь прыжок вниз. Снесем алтарь, этот ужасный шум прекратится. Чем раньше, тем лучше. Мы этот звук на всех датчиках слышим. И ощущаем. Ну, что я могу с этим сделать? Как ты большой-то? Хватит не мешать. Да сколько у вас еще? Ребят, почему у вас так много? А, это ты, мистер Говнецо, да? Эй, команда! Мы снесли алтари! Тогда дело плохо. Видимо, это были только передатчики. Ритуал продолжается. Нас трясет вверх, вниз и во все стороны. Мне нехорошо. Не раскисай, девочка. Да сейчас все будет. Не ссыкуйте. Сделаю все, что смогу. Бежим! О, да! Красиво подлетел, да? А вот ради таких моментов и стоит жить. Ох, мать твою. Тут гигантский кристалл. Он поет. Нейтрализуй. В смысле нейтрализуй? Как я тебе его нейтрализую, женщина? Ты о чем? Понятно, ладно, сейчас с этими разберемся сначала. Маликами. Теперь примемся за главного. Где-то летающая хвоя. Отлично. Вот этого я и ждал. Серьезно. Но, чувак, плохо быть тобой, что я могу сказать. Да и мой, в принципе, тоже. Этот рыцарь, он поет как кристалл. Они что, черпают силу друг у друга? Баланс восстановлен. Твои старания увенчались успехом. Мой желудок тебе благодарен. Есть безумная идея. Давай-ка ты пришлешь мне этот камень на анализ. Что скажешь? Один большой светящийся камень, как заказывали. Точно? Уверены в этом, да? Ну ладно, давайте, ребят. Не, меня также можно. Ребят. Какой ты у нас красавчик.
Ох, я что знаю. Я с тобой сделаю. Интересно, сколько поршней ты можешь запитать? Ускорители Спэроу, ясное дело, но как насчет телепортационных двигателей или... Не сомневаюсь, Аманда мне все расскажет о его применении. Но для чего он был нужен Улью? А, то есть это не со мной разговаривали, да? Грустненько. Но я надеялся. Можно сказать, мечтал. Они так со мной поступили. Ну ладно. Грустно. Так. Перемещаемся? Что я могу сказать? Перемещаемся. Каждый раз одно и то же. Ничего никогда не меняется. Страж, я засекла признаки ритуальной активности Улья. Займешься? Тебе уже доводилось иметь с этим дело. Ну, вообще не хотелось бы. Поэтому я думаю, ты не против, если я не буду этим заниматься. Что ж, ребят, дорогие мои друзья, я рад, что вы посмотрели эту серию, надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте оценивать, собственно, говорить, что нравится, что не нравится, проходить ли никак или никак не проходить. В общем, все говорите, все, что на уме у вас. Ну, а я постараюсь сделать, чтобы все было круто. Вот такие вот дела. Вот, в общем, ладно, ребят, всем в любом случае спасибо, всем пока, увидимся в следующих сериях и, возможно, кстати, даже за растущей силой пойдем. А пока все, всем удачи, хороших вам просмотров выходных, ну, короче, смотрите что-нибудь хорошее, приятное для вас, глаз и, короче, хрень какую-то несу, ладно, всем пока.